Chew it up now! Всем привет! Вы смотрите новое видео на канале «Всякие полезности», рубрика «Хаки для ВКонтакте». И в этом хаке хотел бы с вами поделиться одним из способов, как светиться, как сделать значок мобильного телефона рядом со значком онлайн. Итак, для этого нам необходимо скачать предварительно Google Chrome, перейти в настройки управления Google Chrome, нажать «Дополнительные инструменты», «Инструменты разработчика». Добавляется у нас дополнительная вот панель. Ее закрывать нельзя, можно лишь только свернуть. Ну, допустим, нажимаем «Undock into Sprite Window». Итак, мы как бы ее отделили, и теперь можем ее свернуть. Но предварительно нам надо нажать на Toggle Device Mode. И далее нам это окно не нужно, просто сворачиваем. Вот видим, у нас появилось такое маленькое окошко. Здесь можно выбрать любой девайс, допустим, это будет Google Nexus 5. Чтобы окно стало шире, нам необходимо нажать на скрин. И теперь обновляем страничку. Вот. Мы видим, что сидим будто бы с телефона, но при этом мы используем компьютер. В общем, вот такой сегодня у нас небольшой хак для ВКонтакте. Или фишка, как их называют, не знаю. Также вы можете познакомиться с другими хаками для ВКонтакте. Для этого вам необходимо зайти в плейлисты. Далее плейлист называется «Лайфхаки для ВКонтакте». И тут вы увидите несколько различных фишек для ВКонтакте, в общем. Так как лайфхак для ВКонтакте или как сидеть в ВКонтакте офлайн, пишем со значком Apple iPhone, ну и также смена аватарки ВКонтакте без потери количества лайков. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, до свидания.